А вот в Штурове огромный Биломаркет. Даже вывеска Била видно. Вот. Сейчас интересно, работает он сегодня тут или нет. Я буду идти смотреть. Какой перекресток тут. Сейчас подойду, узнаю, открыт он или нет. Где-то супермаркет Била. Да, открытый, работает Била. Сейчас тогда зайду, посмотрю, что тут, какие цены, какое все. Но туда нельзя, там касса, да? Да вот здесь уже можно заходить. Так, яблоки 99 центов стоят. 2,49 даже есть, это евро 49. Грейпфрут 2,49. Банан 99 центов стоит. 400 форинтов, даже в принципе дешевле, чем в Венгрии. Получается, что... Так. А ну-ка... Может, пиво какого-то взять на домой себе. Ух ты, мультипак 45 сегодня. Златый база, бажан, да? Если пак, а 0,45 евро. А хорошо, возьму тогда. Тут еще 3,9 кофе стоит, 5 ловаться, по 6. 6,4, да, даже дороже цены, чем у нас, в Венгрии, да, дороже.